Здравствуйте! Сегодня у нас с вами на обзоре инверторная сплит-система от компании Toshiba. Это новинка на украинском рынке, система ЕКВ. Она поставляется в мощности от 2 до 4,5 кВт. Давайте рассмотрим ее подетальнее. В первую очередь хочу обратить ваше внимание, что кондиционер выполнен в классическом дизайне белого цвета. Но, как и все кондиционеры Toshiba, он обладает определенным шармом и элегантностью. Давайте с вами рассмотрим основные характеристики данного кондиционера. В первую очередь давайте обратим внимание на энергоэффективность. Данный кондиционер разрабатывался на ряд европейских стран. Он прошел суровые тесты энергоэффективности, и ему был присвоен коэффициент энергоэффективности А. Работает он на 410 фреоне. Следующее, о чем мы с вами поговорим, это его инверторное управление. Благодаря инверторному управлению он может работать довольно-таки тихо и работает на обогрев до минус 15 градусов наружной температуры. Также инверторное управление позволяет создать максимальный комфорт в вашем помещении, поддерживая температуру. Он не включается, не выключается, как обычный кондиционер. Он постоянно поддерживает комфортную температуру. Что хочется подчеркнуть, это наличие функции самоочистки. Данный режим позволяет предотвратить скопление влаги и образование ее плесени на испарителе внутреннего блока. Давайте поговорим непосредственно о режимах работы данного кондиционера. В первую очередь, как и все кондиционеры, он работает в режиме авто, в режиме на обогрев, на охлаждение и осушение. Также есть интересные режимы, такие как эко, режим экономии электроэнергии, и high power, высокоэффективный режим. Отдельно хотел бы остановиться с вами на уникальной системе очистки воздуха от торговой марки Toshiba – система очистки IAQ. Данная технология позволяет эффективно бороться с пылью, микробами, бактериями и вирусами, которые находятся в воздухе в нашем помещении. Как и все кондиционеры Toshiba, данная серия ЕКВ комплектуется эргономичным пультом с большими кнопками и большим информативным дисплеем. Давайте подведем с вами итоги. Что мы в результате имеем? Мы имеем с вами современный кондиционер красивого дизайна. И самое главное, мы имеем инверторный кондиционер, благодаря чему мы сможем добиться максимального комфорта в помещении и высокой энергопроизводительности. Также стоит подчеркнуть, что это на данный момент одно из лучших предложений на рынке Украины среди инверторных кондиционеров. Соответственно, купив данное оборудование, вы не пожалеете, он вас не разочарует. Но все-таки выбор остается за вами. Удачного приобретения!